что надо сделать, это ходь-ходь, сесть хорошо, нахон, гав заку, спинка прямая. Значит так, ты даешь экзамен по псалтеру, нахон. Значит, петь так громко не нужно. Если ты так любишь петь, почему вы твой хор не водите, на хор надо водить, он будет петь. Настроение ты таки, да, пел с настроением. Но нам я надо... в музыке хорошо, пою, нам надо... Песни. А, в школе, да? На уроке? Да, в школе. Очень хорошо. Нам нужно теперь, чтобы наши ручки пели. Чтобы мы руками умели играть хорошо настроение. Теперь я так. И так хорошо руками. Очень хорошо, что ты считаешь, что хорошо. Давай будем еще лучше исправлять то, что нужно. Значит, какой инструмент играет у нас? Туба. Хацицра. Нахон. Теперь еще. Мы с тобой знаем. Настроение у нас какое? Настроение. Да. Позавро. Грустно, веселый что? Веселый. Веселый. Это хагиги, это праздник. Теперь по поводу, это мы уже выяснили с тобой. Это праздник, играют трубы, маршируют. Нахон. Королики. Ну, король, может, просто дети маршируют. Может, и король. А теперь скажи мне. Камат и вот бы мишпат. Сколько арба. Арба. И что мы знаем? Что каждый мишпат мы начинаем тихо, чуть тише, а потом громче. Постепенно, какой нотки? Самое главное, которую зовут как? Кульминация. Кульминация. Вот значит сейчас ты еще раз начнешь играть. Ты будешь об этом думать. Пятый пальчик должен стоять. Он извлекает звук, да. Он извлекает. Так не играй. Это все равно, что ты ходил бы на коленках вместо того, чтобы на носках и пятках. И говорил бы, что тебе удобнее ползать. Да, маленьким детям удобнее ползать, нахон. Но когда они становятся на ножки, они уже не хотят ползать. Может, еще чуть-чуть. Поставь ноги хорошо. Так, значит, ты запомнил, какой это инструмент играет? Да. Ты слушал. Звонкий. Так, считаешь ты тихо. Слушай себя. Хорошо, остановись, пожалуйста. Ты мне сказал, что надо постепенно звук лягби увеличивать. Играть громче. Играл громче? Значит, прежде чем мы начинаем играть, лифтаешься матхилимым на гена, на цухим нахшов. Думать. Эседа? Давай еще раз. Ты начинаешь постепенно. И вообще, пальчики крепко. Здесь уже ты приходишь к этому аккорду. Вот оно. Ахо. Пятый палец стоит, первый играет на кончик. Он не лежит вот так. Потому что он как медвежонок неуклюжий, когда он лежит. Еще раз. Ахат. Ахат. Возьми пятым пальцем сам. Сверху. Я сегодня не возвращаюсь играть каждое предложение несколько раз, потому что мы это уже делали. Просто дома, так как папа сейчас все это фотографирует, уже будет тебе еще раз как напоминание. Мы уже по предложениям с ним возвращались. Поэтому сколько здесь сейчас труп играет? Целый духовой оркестр. Сколько посчитай? Шесть. Шесть. Звучит уже мощно. Нак. Сыграй это. Аха. Тай, ве, шалош, ве, а, ве, и, ха, шта, не падать, шалош, не растопили пальцы, просто опусти. И сию. Тай, ве, шалош, ве, а не надо так срывать, еще раз. Дослушай до конца. Нет, мне надо ручки вот так, как собачка делает. Снял и вверх поднял. Слегка я тебя опять остановлю. Ручка не может быть на колене, когда мы начинаем играть. Она ждет своей очереди. Ты это знаешь или нет? Мы не ищем там на коленях руки. Пожалуйста, еще раз. И крещендо. Thank you.
и громче постепенно. Сверху. Левая ручка сверху. Еще раз. Вот она, ручка свободная. Вот, как крыло. Как крылышко, как крылья. У орла. У нас звук хороший. Сыграй. До, соль левой. Сверху. Только левой. Свободной ручкой. Вот тут все свободно. И плечо. Вот. Так. Еще ничего, попадешь. Вот оно. Отсюда все от плеча свободно. Да. Видеюк. Давай. Сверху. Левой сначала. Нет, зачем ты скрутил ручки? Еще раз последний аккорд. Соль до. Вот снимаются руки. Все. Еще раз сыграй сам, чтобы я увидела это правильно. Так. И снял. Вы помните, как это было у нас с Итаном? Пока они начинают понимать, что это нужно и как это нужно делать, сначала вот эти кусочки построить, мишпатим, потом из этих мишпатим построить камушков. Сначала камни, а потом целый дом надо построить, а потом надо еще этот дом украсить, а потом еще, как говорится, точно как любое строительство. Потому что он еще пока на память не знает, и он должен точно знать, о чем идет речь в каждом предложении. Вот это новое предложение, где у нас тут все три трубы играют, и левая отвечает. Пожалуйста, возьми еще раз, сыграй это. Это у нас форте. Радостно, весело. Еще глубже. И. Взяли дыхание, подумали, как мы будем теперь играть. Я вернусь к своему вопросу. Где у нас кульминация в мишпата решен? Вот. Какая? Она подчеркнута здесь у тебя? Для того, чтобы тебе напомнить, что это кульминация. Ахон, я подчеркнула. Потом мы что должны сделать? Линшо, взять авир, поднять ручку и начинаем второй мишпат.